Для 230 пассажиров запланированный круиз по Норвегии закончился, так и не начавшись. Прибрежный круизный лайнер «Хавила Капелла» не получил разрешения на выход из порта Бергена из-за антироссийских санкций. Строительство судна было профинансировано российской государственной транспортной лизинговой компанией, попавшей в санкционный список. Два дня организатор круиза выяснял, подпадает ли судно под санкции. При этом большинство пассажиров остались на борту. В итоге круиз был отменен. Так завершились наши пасхальные каникулы. Мало, конечно, но мы отлично провели время на борту. Красивое судно, хорошая еда и приятное обслуживание. Нам жаль, и нам нужно найти решение, как нам снова выходить в море. Мы уже работаем над рефинансированием «Хавила Капелла» без участия ГТЛК, чтобы разорвать все отношения с Россией и компаниями, находящимися под санкциями. Пассажирами круиза по маршруту Берген-Киркенес-Берген в основном были норвежцы и немцы. Хотя Норвегия не является членом ЕС, страна ввела большинство санкций против России, введенные Союзом.